Большой новогодний концерт прошел в Люберецком дворце спорта. Любимые с детства сказочные персонажи и артисты эстрады поздравили жителей с наступающим праздником. Кроме новогоднего представления, люберчан ждал и сюрприз от организаторов. Пока могу сказать одно. Наш корреспондент Александра Томей, без сомнения, осталась под впечатлением. Окунуться в атмосферу праздника люберчане смогли еще до входа в концертный зал. С декабрьской морозной улицы жителей встретил духовой оркестр. Перед живой музыкой и любимыми мелодиями устоять было трудно. Ноги сами пускались в пляс. Тем ярче казалось новогоднее представление. На крыльях матушки зимы к вам в гости прилетели мы. Спешили вьюгу обогнать, чтоб сказку всем вам рассказать. Сказка о любви, семье, взаимопонимании, таких простых и важных ценностях. Герои, известные с детства Забава и Иван, Черт и Баба-Яга. Колоритные костюмы, заводные песни и танцы. А сюрпризом для зрителей стало выступление заслуженного артиста России Кая Метова. Добрый вечер, люберцы! В канун такого замечательного, семейного, истинно народного праздника Новый год я хочу пожелать всем любви, здоровья, счастья, благополучия. Как правило, на Новый год строят планы на будущее, мечтают и загадывают желания, но еще подводят итоги. Глава округа Владимир Ружицкий рассказал о результатах уходящего года. Год 2018 был для нас, я оценю, достаточно успешным. Именно собственные доходы выросли в городском округе более чем на 20%. Это весомо. Мы притаскиваем, такое слово употребляю, инвестиции. Их более 12,5 миллиардов рублей. Праздничный концерт посетили 3500 люберчан. Любой желающий смог заглянуть на огонек. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И, судя по всему, 2019 станет ярким, насыщенным и счастливым. Александра Томей, Алексей Курский, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.